В сетевом я уже 8 лет и всегда работаю в соцсетях, потому что работа здесь дает неограниченные возможности. Миллионы людей, потенциальных партнеров, клиентов. И в отличие от списка знакомых и вашей телефонной книги, здесь бесконечное количество людей. Год назад я подключила такой инструмент, как чат-бот, и моя жизнь в сетевом и подход к бизнесу перевернулся с ног на голову. Как выглядела классическая страничка в MLM предпринимателя. Давайте сейчас примерно посмотрим на это. Суть. Страница на продукт или на бизнес, ну или и то, и другое. И в шапке профиля всегда стоит ссылка на мессенджер, WhatsApp или Telegram. И предел мечтаний – это топ-линк. Это мини-сайт, в котором можно познакомиться с бизнесом, оставить заявку на продукт или в команду. Но после того, как я узнала про чат-боты, я начала глубоко изучать этот инструмент и внедрять себе в работу. И выделила ряд преимуществ, для чего же нужен предпринимателю чат-бот. Первое. Он собирает все заявки в одну базу, в отличие от топ-линка, и прогревает холодных людей до состояния «мне интересно». Когда человек запускает бот, он сразу же попадает в вашу базу. То есть бот собирает контакты, соцсети, почту, номер телефона, контакт в мессенджере и так далее. И любые данные, которые вы запросите у человека. В дальнейшем вы можете легко работать с этой базой и касаться людей через рассылки, оповещения прямо внутри бота. А прогрев холодных людей идет через цепочку сообщений, которые можно создать. Цепляющие тексты, видео, баннеры, которые вызывают интерес и желание купить продукцию или присоединиться в вашу команду к бизнесу. Второе. Чат-бот рассказывает за вас информацию о бизнесе. Представляете, какая экономия времени. И также о продукции. То есть бот расскажет за вас о бизнесе, о компании, о продукции, о том, как человек может зарабатывать, отработает возражения и предложит записаться на созвон или консультацию, если человеку уже интересно более плотно с вами пообщаться. Может прийти на эфир или даже вебинар. Например, я подключила автовебинар с презентацией бизнеса Faberlic, который запускается каждый день. Передала доступ к вебинару своей команде, и благодаря этому любой новичок в моей команде может приглашать людей в своих соцсетях на презентацию бизнеса. Третье. Чат-бот фильтрует базу, и на выходе из чат-бота вы получаете уже заявку, ну, не просто от человека, а от заинтересованного человека. Чувствуете разницу? Те люди, которые максимально заинтересованы, идут на следующий шаг. Регистрация, заказ, ну или контакт с вами. А те, кто еще не принял решение сделать это сейчас, согласитесь, таких людей тоже много в сетевом, они остаются в боте и в вашей базе. Четвертое. Новички легко сдублицируют ваш чат-бот и получат также быстрый результат. Ваша команда легко сможет повторить такого бота. Он создается, ну, примерно за 5 минут, и его очень легко запустить. Пятое. Упрощает работу с базой через дожимные сообщения и рассылки. Что это такое? Больше не нужно работать со списком вручную, присылать каждому отдельно сообщение и так далее. И через конструктор вашего чат-бота в разделе «Рассылки» одним нажатием можно оповестить всю базу людей в вашем боте о каком-то предложении. Эта система позволяет упростить и автоматизировать процесс работы с уже готовой базой. И наша компания всегда идет ногу со временем. И если вы переживаете, что чат-боты – это что-то сложное, то в нашей компании есть уже готовый чат-бот, который можно легко подключить. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться чат-ботом, вам нужно выполнить 100 баллов личного объема, зарегистрироваться на платформе drivefaberlic.com и получить доступ к чат-боту. Буквально за 5 минут вы сможете создать свой чат-бот, следуя простой инструкции. В бот уже загружены видеоролики о компании, истории компании, бизнесе, научных разработках, продукции и производстве. Вы можете отправить ссылку на бота своему потенциальному новому покупателю или партнеру, где он сможет познакомиться с компанией, а главное – быстро зарегистрироваться к вам в команду. Этот инструмент развивается, и компания не стоит на месте. Бот постоянно совершенствуется. Следите за новостями от компании. Я желаю вам успехов и роста в этом бизнесе. Пока-пока!